Майнкрафт, Пиксельмон, стримы, Dota 2, FNAF и многое другое. Все это ты сможешь найти на канале Манго. Если ты заинтересован, то ссылочка на него в описании. Заходи и подписывайся. А мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее на мой сервер Пиксельмон. Любой человек сможет сюда зайти, любой человек сможет тут играть, и любой человек также сможет со мной играть на одном сервере. Но это возвращение открытия кейсов в Майнкрафте. А точнее, кто не знает, на моих серверах уже давно есть, у нас уже много серий есть открытия кейсов. С которых выпадают различные покемоны. Кто не помнит, я вам напомню сейчас правила. У нас есть 4 различных кейса. Серебряный, золотой, изумрудный, сначала алмазный и потом изумрудный. Серебряных кейсов у нас может выпасть. Что у нас может выпасть серебряных кейсов? Обычные шайни покемоны, то есть нередкие шайни покемоны. С золотого кейса нам могут выпасть стартовики шайни. Это уже очень даже заманчиво. С алмазных кейсов нам могут выпасть редкие шайни покемоны, такие как шайни Белдум, шайни Риолу, шайни Вулкарона, Ларвеста, точнее, первая эволюция, и многие другие покемоны. И, конечно же, с изумрудных кейсов нам могут выпасть обычные и шайни легенды. Да, ребята, все это вы сможете найти на моих серверах, ссылочка есть в описании. Но не забываем, ребята, если вы хотите больше открытия кейсов, то я вам даю свое слово. Как только мы наберем 1000 лайков на вот этой серии, сразу же выйдет новая серия открытия кейсов, где мы также продолжим их открывать. Но, как у нас было ранее, если вы хотите большое открытие кейсов, то есть, чтобы мы за одну серию открыли в сумме 80 кейсов, это реально очень много. Если мы наберем 1500 лайков, 1000 лайков выходит новая серия, 1500 лайков выходит серия часовая, которая будет длиться целый час, потому что мы будем открывать по 20 кейсов, то есть каждый тип 20 кейсов, то есть на сумме получится 80 кейсов. Зависит все это только от вас, да, ребята. Также тут есть небольшая кнопочка, на которой написано подписаться на канал, я буду очень сильно рад, если вы на нее нажмете, потому что каждый подписчик для меня очень сильно важен, каждый подписчик для меня друг, и поэтому если ты потратишь секунду своего времени, чтобы подписаться, ты за эту секунду действительно сможешь меня сделать счастливым, потому что я общаюсь с своими подписчиками, я также очень сильно их ценю, поэтому подписывайся, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, сразу же приступаем. Как видите, я первый свой кейс уже поставил, да, и мы сейчас откроем. Несмотря на то, что на сервере никого нет, и сейчас у меня уже очень поздно, а в России, в Москве сейчас, если так посчитать, час ночи, да, ребята, в Москве, поэтому, конечно, на сервере никого не будет, все уже спят. Но первый шайни покемон, который нам выпал с серебряного кейса, это шайни Свайнуп. Давайте посмотрим. Они выпадают как итемы, ребята. Да, на моем сервере покемоны могут выпадать как итемы. И как их можно активировать? Просто крикнуть по земле, и вы выдадите себе этого покемона. Да, следующий кейс, следующий серебряный кейс. Кто с него выпадет? Я, если честно, вообще уже не помню, кто у нас, точнее, еще не выпадал серебряного кейса. Ребята, если вы помните, я бы очень был рад, если бы вы мне написали. Потому что я, честно, не помню, кто нам выпадал, кто нам не выпадал. Сайтер выпадал. Нам вроде Шайни Фанпи вроде никогда не выпадал. Вот Шайни Айпом вроде выпадал. Шайни Винаут выпадал. Он не успел и сказать то, что нам никогда не выпадал Шайни Сайтер. Нет, выпадал Шайни Сайтер, он сразу нам опять выпал. Ребята, напишите в комментарии, кого бы вы хотели иметь серебряного, золотого, алмазного, изумрудного кейса. То есть по одному покемону с каждого кейса. Допустим, серебряного Шайни Винаут. Допустим, золотого Шайни Маккиб. Допустим, с алмазного Шайни Риолу. А с изумрудного Шайни там Гроудон или Райквазу. Напишите, пожалуйста, кого бы вы хотели иметь. Мне реально интересно вот ваше мнение, потому что мне интересно, кого бы вы хотели иметь. У кого, знаете, какие вкусы. Может, кто-то хотел бы иметь Тедиурсу, а может, кто-то хотел бы иметь Шайни Абру. То есть вкусы, ребята, у всех разные. Ух, мне бы уже очистить инвентарь, не то что инвентарь, а свой компьютер нужно, потому что тут офигеть уже сколько покемонов. Ну что, ребята, мы приступаем к золотым кейсам. Золотые наши кейсики. Фу, ну что, вы готовы? Кто нам может тут выпасть? Сейчас мы посмотрим. Шайни и... Давай. Шайни Синдапил, Шайни Шабот,
Шайни Бульбасар. Шайни Бульбасар, Бульбасар нам уже много раз выпадал, тут ничего, в принципе, такого особенного нету. Мы, ребята, приступаем сразу к следующему кейсу. Что нам выпадет со второго золотого кейса? Шайни Маткип может. Или Шайни Пипла. Я не знаю, ребята, кто нам еще не выпадал. Как я помню, с золотого кейса нам уже все выпадали. Вот прям все. Хотя Шайни Торчик вроде нам не выпадал никогда. Вот Шайни Типик 100%. Вот Шайни Торчик, вот я бы поспорил. Хотя, может, он нам вроде все-таки выпадал. Я могу ошибаться. Но все же сейчас нам выпал Шайни Тюртвик. Тоже очень круто. Последний золотой кейс. Я буду надеяться то, что с алмазного и изумрудного кейса нам кто-то да выпадет, потому что открытия кейсов у нас уже давно не было. Уже давно не было. И может за этот перерыв проценты набежали. Сейчас может намного больше шанс то, что кто-то крутой выпадет. Как думаете, ребята? Вот как думаете? Шайни Синдакил? Ну, не знаю. Не знаю. Пока что моя схема, мои предположения не работают. Но не расстраиваемся, у нас еще осталось 6 кейсов. И сейчас начинается самое интересное, потому что мы переходим к редким покемонам и также к легендарным покемонам. Посмотрим, что же и кто же нам выпадет. С редких покемонов тут есть дофига. Сколько, кто нам еще не выпадал? Нам никогда не выпадал Шайни Риолу. Нам никогда не... Вот Шайни там... Кундум нам выпадал. Шайни Белдум. Если бы нам выпал Шайни Белдум, это было бы нереально круто. Потому что это все-таки... Нет, Шайни Хундум на... Или выпадал все-таки? Шайни Манслекс нам уже много раз выпадал, и, в принципе, я не скажу то, что это редкий покемон. Ну, обычный покемон. Почему он добавлен? Ну, потому что у него нету спама. У Манслекса нету спама, его можно только, не знаю, спаривать, по идее. Если спаривать двух Снорлаксов, то получится Манслекс, а спавна на него нету. И поэтому, в принципе, Шайни Манслекса в природе, мне кажется, существует. Хотя, в принципе, может. Ты что, издеваешься? Опять Шайни? Иди ты в пень! Это, наверное... Затишье перед бурей. Да, вот сейчас нам с редких покемонов выпадает всякий шлак. А сейчас, когда мы перейдем к легендарным, как Шайни Гроудон, Шайни Райкваза, Шайни Лугия. Вот, хочу заметить, кто нам не выпадал еще с изумрудного кейса. Нам никогда не выпадал. Ух ты, Шайни Блисси, нифига себе. Нам с изумрудного кейса никогда не выпадал Гроудон. И никогда, в принципе, не выпадал обычный даже Грудо. Нам уже даже выпадала Райкваза. Шайни Райкваза нам уже даже выпадала, но обычной Райкваза нет. Если бы в этой серии нам бы выпала хотя бы еще одна Райкваза, или Гроудон, ну или Лугия, как бы я офигел. Грудоша пролетел и... Ребята, Грудоша остановился и сверху него был Забдос. Забдос, иди ты в пень, пожалуйста. Офигеть! Это прям, знаете, как в КС-ке вам выпала какая-то пурпурная шмоточка, а под этой пурпурной или там фиолетовой шмоточкой был ножик. Вот сейчас у меня такое ощущение. Конечно, покемоны не сравнятся там с ножиком в CS:GO, но ощущения примерно такие, да? Надеемся, что нам кто-то сейчас выпадет нормальный. Только бы не птицы. Шайни Порygon, и сверху был Кьогр. Офигеть. Хотя я Шайни Порygon... Не знаю, видел я когда-то Шайни Порygon'а, я не уверен. Но все же. Сейчас мы посмотрим, кто нам выпадет с последнего кейса. Ребята, давайте закроем глаза и будем смотреть, кто нам выпадет с последнего кейса. Или все-таки смотрим. Я не знаю. Пожалуйста. Кто-то нормальный. Райкоу, Суикун, Энтей. Ну, пожалуйста, только не Мью и только не птицы. Я тебя просто прошу. Пожалуйста. Только не Мью и только не птицы. Только не Мью и только не птицы. Только не Мью и только не птицы. Пожалуйста, только не птицы. Пожалуйста. Только не Мью и только не птицы. Да, хотя бы Райкоу. Все, вот как я знаю. А в следующий раз нужно, знаете, как говорить?
Только не Мью, только не Мьюту, только не Птица, только не Кьогр, только не Райкоу, не Энтей, не Суйкун, только не Кьогр, только не Райкваза. Вот так я всех перечислю, и у Гроудона просто не будет выбора, чтобы не выйти. Но все же Райкоу нам выпал, и в принципе это даже очень... круто. Да, ребята, на этом мы будем заканчивать эту серию. Еще расскажу, это мои сервера. Ссылочка на мой сервер есть в описании. Там есть лаунчер. Регистрируйте аккаунт, как обычно, как будто вы зарегистрировались ВКонтакте, только в 10 раз быстрее и проще, потому что там не нужен, мне кажется, ни email, ни номер телефона, а просто логин и пароль. И все. Да, ребят. Заходите, качайте лаунчер и играйте. Да, это не IP, это лаунчер. Но на лаунчере будет ваш собственный аккаунт. Это не лицензия, это, можно сказать, пиратский лаунчер. Но все же лаунчер, да. Но, ребята, я буду очень сильно рад, если вы также поставите лайк. Набираем 1000 лайков, выходит новая серия открытия кейсов в Майнкрафте с модом Pixelmon. Набираем 1500 лайков, выходит также открытие кейсов, только большое открытие, где мы в сумме будем открывать 80 кейсов. То есть серия будет длиться около часа. Если вы хотите, чтобы мы прям выбили практически всех покемонов, которые только существуют в этих кейсах, ребята, не поленитесь поставить лайк. Это секунда времени. Не так-то это тяжело и поставить. У вас это год жизни не отнимет. И также рубль с вашего кошелька не возьмет. Поэтому, ребята, не так-то это сложно. Я буду... в принципе, очень сильно этому рад. Также тут есть кнопочка «Подпишись на канал». Также секунда. Если ты смотришь это видео, но не подписан, подпишись, пожалуйста, потому что я действительно рад каждому новому подписчику. Каждый подписчик для меня как действительно член семьи, как мой друг. Я буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую и дружную семью, потому что я общаюсь со своими подписчиками. Я с вами дружу, ценю, люблю и также уважаю. Если у вас возник какой-то вопрос, совет, пожелание, можете оставлять это все в комментарии. Я обязательно прочитаю ваше сообщение, также на него отвечу. Тем самым с вами пообщаюсь. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.